В округе завершается благоустройство дворовых территорий. Из 34 запланированных под реновацию площадок 18 уже готовы. На торжественном открытии обновленного двора на Московской улице побывала наша съемочная группа. Этот двор преобразился за полтора месяца. По просьбе жителей здесь обновили 8 парковочных мест, положили новый асфальт, засеяли газон, сделали зону отдыха с лавочками и дорожками. За появление современной детской площадки на сайте «Добродел» голосовали всем двором. Спасибо большое. Вот наконец-то нам площадку построили. Покрытием мы очень довольны, площадкой тоже. Все очень красиво, здорово. И теперь наши дети будут с удовольствием играть. 300 квадратных метров для детского досуга на любой вкус и разный возраст. Большой игровой комплекс, качели, карусели и песочница. Вместе с жителями детскую площадку и обновленный двор оценил Владимир Ружицкий. Смех детишек, веселье, родители радуются, потому что на самом деле все очень сделано по уму, красиво. Как бы у меня нет замечаний. Осталось, скажем так, доделать в следующем году такую спортивную площадку. Ну, это будет в следующие годы, здесь будет еще и спортивная площадка рядышком. Поэтому здесь все продумано, все нормально. Я оцениваю, что для жителей очень комфортно. В течение недели в округе будут готовы еще 14 территорий. Все работы по благоустройству дворов завершатся 1 октября. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.